Сейчас о спорте. «Динамо» вновь уступила СКА 1946. Повторный поединок с гостями северной столицы динамовцы начали с новым капитаном. Из командировки в ВХЛ вернулся Егор Брызгалов. Впрочем, после счета 0-4 накануне тренерский штаб «бело-голубых» произвел перестановки в каждом из четырех звеньев, включая пары защитников. Армейцы сохранили победное сочетание игроков, произведя лишь ротацию вратарей. Об итогах встречи расскажем прямо сейчас. Армейцы сохранили победное сочетание игроков, произведя лишь ротацию вратарей. Динамовцы вышли на лед по-спортивному злыми. На прошлую неудачу, на соперника и, прежде всего, на самих себя. Запредельный настрой чувствовался в каждом динамовском броске, в каждом единоборстве. Соперник сильный, немножко как-то нервозность была у ребят. Сейчас все переосмыслили, в другой хоккей уже играем совершенно. Скорость, эмоции, борьба, обмен острыми моментами. Все это было и после перерыва. Количество бросков опять осталось за динамовцами, но гол забили армейцы. Спаренные матчи всегда сложные, потому что первую можно выйти настроиться и спокойненько выиграть. А на вторую соперник может перестраивать, смотрит ошибки, которые были допущены в предыдущей игре, и перестраивает свою игру. И этим и сложный спаренный матч получается. Такой счет, вязкая игра. Что-то не получается где-то там. Можем где-то уступать силовой борьбе, но мы это сейчас поправим, будет все намного лучше. В начале третьего периода показалось, что силы «Динамо» иссякли. Армейцы продолжали поддерживать темп матча на том же высоком уровне. Имея преимущество в 2 гола, хоккеисты СКА 1946 почувствовали себя уверенно. «Динамовцы» шли вперед из последних сил. Вознаграждение за старание – огромный объем работы «бело-голубые» получили за 2 минуты до окончания основного времени.